Итак, всех приветствую на нашем канале. У нас очередное видео в серии 15 минут нумизматики. Сегодня вот такая вот у нас кучка австрийского периода монет. Австрийских, то есть, говорится. Так, монетки все старенькие, копанные. Видите, сами их состояния. Не мылись, не чистились. Вот так как вот остались. Я думаю, почистить, помыть. Ну, времени нету. И я их вынужден буду кому-то продать. Кто-то их станет счастливчиком, их обладатель, и будет ими заниматься. Вставлять я их буду на OLX, так как нужны денежки покупать металлоискателю, аккумуляторы. Аккумуляторы очень дорогущие, в семейном бюджете не заложены, как говорится. А сейчас мы, ну не о том, а сейчас мы быстренько посмотрим, что здесь за монеточки, сколько их здесь штук. Вот. Так, ну начнем самое такое, что сверху лежит. У нас тут три, наверное, крейтера, или как они это называют, 1800 года, вот видно, три видно, орел видно, здесь такой вот мужичочек, вот такая вот монеточка, интересненькая, конечно, мне так трошки жалко, ну, ничего, кто-то будет заниматься, кто чистит. Так, следующая наша монетка, здесь такая вот, более затертая, вот какие-то надписи просматриваются, здесь написано 15, какой-то ромбик, надписи. Ну, вот такая вот монетка. Так, дальше трошки отсунем. Следующая наша монетка вот такая вот, тут один год 1800, и по-моему, если может и в другой. Так, здесь проглядывается такой вот мужичок, такая вот интересненькая монетка. Так, следующий, здесь тоже у нас проглядывается какой-то герб, здесь монетка. Сейчас сегодня вот, надо хорошие рукавички купить. Так, здесь один филлер, да, какой вот там видно 1881, по-моему, плохо видно. Вот такая вот интересненькая монеточка. Следующая монеточка. Так, у нас тут грош, два гроша, это уже в польских у нас пошла. Год 1931, по-моему, 33, это не видно тут какой год. Ну, кто будет там чистить, смотреть, тот разберется. Так, следующие два филлера, 1914 год, видно. Так, здесь у нас орел. И так, дальше. Следующая наша монетка, возьмем вот эту вот. Так, здесь тоже вот один. Здесь постоянно вылазит. Так, один, тут орел, крейцер, по-моему, никак они там называются. Я еще не успел разобраться. Так, такая вот тут мужичок видно, все видно, как говорится. Так, следующая наша монетка, два филлера, год 1893, такой вот двуглавый орел, очень интересненький. Так, дальше смотрим. Дальше у нас опять два филлера, 1914, по-моему, может, четвертый год, плохо там видно, не мытая. Так, тут такой вот орел, монетка в таком неплохом состоянии, как на меня проглядывается. Все, ну, такой вот. Так, дальше у нас опять два филлера, 1890 какой-то, плохо видно, замыто. То есть, да, грязный, но так, видно орла красиво, двуглавого. Редко видно, красиво. Следующий у нас опять два филлера. В таком 1906 году. Такая вот более такая вот видная монетка. Все видно на ней. Вот. Так, следующий у нас уже здесь более такая 1897 год. Два филлера. Орел уже более таком, но я думаю, почистить можно, кто там будет чистить. И будет ему хорошая монеточка. Так, следующий у нас. Тут у нас 5 грошин польских. Так, 1923 год. Такие вот монетки. Так, дальше. Будем ускоряться. Так, 2 филлера 1895 год. Вот, орел видно. Хорошо. Так, опять у нас польская гроши 1923 год. 2 грошины. Довольно-таки маленькая монеточка. 2 гроша. Так, 2 филлера 1894.
Вот такой вот у нас интересненький. Так, следующая у нас монетка. Следующая наша монетка, это у нас филлеры 1903. В неплохом состоянии, видите, орел видно. Так, следующие два филлера 1890. Орел видно, можно отмыть, будет красиво, все видно в патине. Монетки не чистились с ним, даже не мылись, по-моему, они, так как были найдены. Один филлер 1901 года. Ой. Такой вот. Вот. Следующая наша монетка. Это у нас одна гроша. 1931 годик. Такая вот монеточка маленькая. Так, дальше. Один филлер 1903 года. Дальше у нас идет 1,5 филлера 1850 какой-то год тоже. То есть вот такая вот тоже интересная монетка. 0,5 даже есть, интересно. Так, тут у нас два филлера. А, да, филлера, да, такие вот. Тут уже уже корону видно. Видите? Год 1893. Очень интересненькая монеточка. Так вот. Следующий. 1902. Одна копейка. Один филлер. Или критер, как они там называют. Так, 1895. Орел видно красиво. Следующий у нас 1900 год один. Ну, такая вот довольно хорошая, красивая, хорошая подборочка монеточек у нас вышла. Так, два филлера, так, 1896, то есть видно вот тоже. Вот монеточка, все видно, все просматривается в неплохом состоянии. Так, опять два филлера. И вот австрийским этим. Так, следующая у нас тут монеточка. Это у нас 2 гроши 1928 год. Вот. Следующая наша монеточка. Монеточка тут 1 гроша 1901. Не гроша, 1 филлер 1900 года. То есть видно, тоже проглядывается орел. Ну, монетки, я говорю, надо там как-то их реставрировать, чистить. Вот. Так, 1902 год, один филлер. Так, опять один филлер 1903 год. Так, одна гроша. Вот такая маленькая одна гроша. Грош 1925, по-моему, год. Вот монеточка. Так, и две последних монетки 1885. Тоже вот такая вот отрел такой вот красивенький. И последняя наша монетка 1896 филлер. Итак, здесь у нас 31, 32, 33, 34, 35 монет. Здесь у нас предоставлено 35 монеточек, которые будут проданы. Кто-то их станет их счастливый обладатель. Ссылочки на OLX будет в описании. Я оставлю. Я их выставлю. Будем с вами прощаться. До новых встреч на YouTube.